Загадуєте бажання, але нічого не збувається? Екстрасенс Олена Курилова впевнена, щоб бажання збулося, потрібно чітко дотримуватися магічних ритуалів і виконувати їх тільки в особливий час. А психолог Олександр Іванов навпаки стверджує, що загадувати бажання потрібно відповідно психологічних технік. І тільки тоді це гарантує результат. Хто з них має рацію? І чи можна, поєднавши магію та науку, домогтися максимального результату? Давайте дізнаємося просто зараз разом з Євгеном Полівудою, який звернувся до мене по допомогу. Женя розповідає, що вже кілька років поспіль він загадує бажання, але воно ніяк не збувається. Тому я вирішила зібрати найкращі сили і все-таки йому допомогти. Яке бажання і чому ти загадував саме його? В общем, по сей день помню это неощутимое желание оказаться в Древней Греции, потому что в школьные времена я до дыр прочитал книгу «От корки до корки. Мифы Древней Греции». Женю, добре, а яких грецьких богів ти знаєш? Ой, ну Фемида – это справедливости. Фиона, ну, це Шрек, поэтому... Я вот все даже мифы знаю наизусть, но мне конкретно хочется побывать в городке Катакалон, потому что находится там самый известный древнегреческий музей. Я даже сделала вот такую карту визуализации, потому что вот Алена уже говорила до этого, что это действует. Но действует, но, наверное, где-то я у меня промах, потому что все никак не осуществилось. Ну, я также хочу сказать, что помимо того, что я просто мечтал, я и принимал определенные шаги. То есть я взял билет в Грецию, то рейс отменили из-за погодных условий. Я опять покупаю билет, а он уже подорожал. Все, никак не доеду. Мне не везет. Ось Женя розповів, яке в нього бажання. І воно не здійснюється роками. Яке у вас є пояснення, що він робить не так? Ну, во-первых, желание можно озвучить просто как хотение. А правильное озвучивание желания – это постановка цели. Тут рекомендую воспользоваться техникой 21. Когда необходимо 21 день в тетрадку записывать свое желание. Можно словами записывать, можно рисовать. И добавлять как можно больше деталей в эту цель, в это желание. Например, мне очень хотелось получить одну редкую книгу. И я 21 раз писал в тетрадку, как я получаю эту книгу. И тут, когда я записал 21 раз это желание в течение 21 дня, в кратчайшие сроки мой друг приехал из Италии и привез мне эту книгу. Наука! Він би на неї і уваги не звернув, якби ти все не зробив для того, щоб він сконцентрувався на цій мечті. Якби я сам не дав енергію цьому желанню, не розказав би. Чудово. Ви правильно сказали? Я сам дав енергію. Яка ж це психологія? Енергія – це магія. Ви загадали, ви бросили своє желання во Вселенную. Це магія? В том, что этот человек, ваш друг, оказался в Италии, он там не должен быть. Это была случайность, такая вот стечение обстоятельств. Раз, и пазлы сошлись. Это магия. А чому у Жені не співпадают пазлы? Він же так хочет. И наклеив там щось. И да. Думает про це, про Грецию. Мрі. Ничего подобного. За 21 день я не просто хотел чего-то. Я концентрировал свое внимание и вырабатывал устойчивую привычку на получение своего желания. И, вероятно, Жене не хватало этой концентрации. На своем желании. У меня прошел со школьной скамьи уже давно не 21 день, а несколько лет. А вопрос не в сроках, а в силе желания, в силе концентрации. Насколько сильно ты этого хочешь? Вот сейчас грядет праздник Святого Николая. Это такой, ну, один из самых моих любимых праздников. Святой Николай слышит желание. Детки, да, они, конечно, ангелы. Желание ребенка исполняется всегда. Но Николай может исполнять и желания взрослых людей. Поэтому у тебя, Женя, и у других людей будет целых 5 дней, включая сегодняшний, чтобы научиться правильно загадывать желания в ночь на Святого Николая. Я проанализировал множество техник, которые основываются на нейролингвистическом программировании, на базах психологии. К тому же загадывание желаний – это в первую очередь постановка целей. И самый популярный в интернете метод загадывания желаний – 21 день. Бачите, які різні підходи у наших експертів. А ще я зустрілася з нашими спільними друзями, зірками, які здійснили багато своїх бажань у житті. І вони готові поділитися з нами тими методами, які допомогли саме їм. У грудні минулого року я зібралася до своєї подружки в Тбілісі. Але то була зима, тож було не так легко дочекатися таксі. Кажуть, вибачаюся, але я приїду через 30-40 хвилиночок. Серйозно?
30-40 хвилиночок, ну що ж, тоді я подзвоню в аеропорт, скажу, зачекайте, будь ласка, літачок на 30-40 хвилиночок. Я подивилася на годинник, я розумію, що мені треба край виходити через 20 хвилиночок. Я кажу, 20-20 хвилиночок, ну будь ласка, 20 хвилиночок, ну таксі приїжджає через 20-20-20-20 хвилиночок, будь ласка. І тут мені дзвонять з незнайомого номеру. Я думаю, ну все, це той таксист, який сказав, що буде через 30-40 хвилин, але він приїхав через 20. Я підіймаю слухавку, а це моя давня подружка. Каже, привіт, я проїжджала повз твого дому. Ти де? Я кажу, Таня, ти моя рятівниця, я вдома. Що ти робиш наступні півтори години? Вона каже, не знаю. Я кажу, знаєш, ти везеш мене в аеропорт. Я її на літак вспіла і з подружкою побалакала. Але для себе я ще підмітила. Треба вголос промовляти час, за який би тобі хотілося, щоб це бажання збулося. Здесь діло не в силі желання. Здесь дело в магии цифр. Катя не случайно повторяла число 20. 20, 20, 20. Ведь именно это само число 20 притянуло ее подругу. Цифра 2 умножает наши усилия, а 0 сводит на нет силу противодействия. Поэтому, повторяя 20, 20, 20, вы ускоряете ваше желание. Оно пробивается к вам сквозь препятствия. Это обычная магия чисел, и она работает. Это никакая не магия. Не могу согласиться с нумерологами, потому что они ищут божественное начало в связке цифр и букв. Например, мое имя Александр. Так. Его можно записать на английском через X, через KS, Саша, Шура. А если я себя ощущаю как Шурик, получается у меня множество имен, и нумерология каждый раз будет действовать по-разному. Более того, Екатерина поставила себе четкие рамки, жесткие сроки, 20 минут, и ее подсознание было вынуждено найти решение за эти 20 минут. В этом и есть секрет ее успеха. Так це її підсвідомість притягнула подругу? Совершенно верно. Ого, яка сила в нас є, Євген. Да. Но я хочу спросить, Алена, а будет ли действовать этот эффект, когда вот, допустим, визуально в воздухе прорисовывать цифру 20, либо записку в кармане носить с цифрой 20? Или нужно именно вслух проговаривать, шептать во Вселенную? 20, 20. Жень, на уровне. Есть понятие силы слова. И я считаю, что нужно проговаривать цифру 20. Угу. Все молитвы, все заговоры обязательно проговариваются. Угу. А якщо людина навпаки хоче щось відстрочити, тобто уповільнити час, діє магія чисел? Если человек что-то хочет отсрочить, например, сын говорит, мама, я хочу срочно жениться. Мама понимает, что это поступок, ну, слегка такой необдуманный. Як на неї, а йому, може, хочеться. Ну, добре, я як мама її розумію. Повторяйте про себя 4, 4, 4. 4 – это квадрат, самая устойчивая фигура. Именно она и станет задерживать, заземлять какие-то необдуманные действия и поступки. Кроме того, у квадрата все стороны равны. Так что куда ни кинешься, везде одно и то же – устойчивость и замедление. Слухай, а це має омолоджувальний ефект? Тобто дивлюся на себе в дзеркало і кажу 4, 4. Конечно, Наденька. І стаю як квадрат. Ну, я бачу, що Олександр із цим не згоден, оскільки він не сприймає магію чисел. Але ж це тільки перший наш секрет. Женя, єдине, що ти можеш взяти з цієї техніки, якщо ти хочеш, щоб твоє желання реалізувалось, поставь собі жорсткі сроки і виконуй желання в ці жорсткі сроки. Ох, і емоційна в нас сьогодні тема. Пропоную чай з насінням фенхелю та м'ятою. Зазвичай такі напої не лише заспокоюють, а ще й можуть сприяти зниженню апетиту під час стресу. Тож я впевнена, що такий чай нам зараз не завадить. Пригощайтеся! О, тепер можна і продовжувати. Бо я ж казала, секрет Катерини не єдиний. Я ще запитала у зірок своїх друзів. Я заметил, что мои желания сбываются, когда я злюсь. Вот было буквально недавно, я готовил десерт. Ну, как обычно, я проснулся, думаю, приготовлю что-то вкусненькое себе. Готовлю десерт, не получилось. Думаю, ну ладно. Еще раз готовлю, не получилось. Думаю, ну ладно. Приготовил третий раз, не получилось. Я думаю, ну ладно. Четвертый раз беру, и снова не получается. Я думаю, надоело мне все. Я все бросил, думаю, пойду-ка я поработаю грузчиком. Наверное, это моя работа. Я не должен быть поваром, это не мое призвание. Психанул, значит, бросил все и ушел.
Думаю, пойду-ка я прогуляюсь, подышу свежим воздухом, наверное, нужно успокоиться, и тогда все станет на свои места. Я вышел на улицу, подходит парень, дает мне буклет. Ну, думаю, обычный какой-то буклет читаю, а там написано «Работа грузчиком». Поэтому мой секрет таков. Нужно разозлиться, чтобы ваши желания сбылись. Ох, і жартівник. Він не працює вантажником, наскільки я знаю, да. І зараз. Але оця злість, сила емоцій, невже це настільки впливає на те, що відбувається навколо із людиною? Це 100% психологічна техніка. Желання загадується в момент максимального емоціонального напряження. Наприклад, моя подруга їхала в маршрутці устраиваться на роботу, на собеседование. І у неї витягнули кошелек. Она очень разозлилась. Но когда она пришла на собеседование, она прошла его с легкостью, и ее взяли на работу. Почему так? Потому что в момент максимального эмоционального напряжения она загадала своему подсознанию получить деньги. А получение работы – это прямой путь к деньгам. Лише злість так працює? Це найсильніша емоція? Нет, любая эмоция сильная помогает нам сбросить оковы сознания и записать наше желание на подсознание. Як красиво ты сказав. И оно само выполняется естественным образом. Угу. Ты згодна с цим? Чи це магія? Я, например, не считаю, что техника вот выработки такой злости и эмоционального загадывания желаний является строго НЛП-шной техникой. Если мы очень безумно злимся и одновременно говорим, да чтоб это все... Пропади, но пропади. Хай ему греть! Да, примерно так. Это является как проклятие. Нет ничего более страшного, чем проклятие, сдобренное эмоциями, сказанное в гневе. Это работает, и это очень страшно. Категорически не советую загадывать желания на негативных эмоциях. Посылом, на негативном посыле. Я хочу сказать, что я безумно уважаю позицию Александра, как бы... Аргументы все не оправданы, но все-таки мне близка аргументы Алены, потому что я не думаю, что надо такие желания загадывать на почве негатива. Меня техника отталкивает, Евгения. Ты знаешь, у меня тоже такое впечатление, я знаю, чи тебе, ты настолько добра людина и стримуешь свои негативные эмоции. А может сенс в том, что след же их выпустить? А знаешь, я тебе хочу по поводу этого сказать, Наденька, бойтесь гнева терпящего. Оно внутри, а я по знаку зодиака рак, я назад, потом резко ни с того ни с сего, как что-то вычудю. Потом сам себе удивляюсь. Не обязательно негативные эмоции. Речь идет о максимальном эмоциональном напряжении и максимальном эмоциональном всплеске. И желательно, конечно, чтобы был максимально позитивный, добрый, чтобы это желание исполнилось в добро. Светлана Вольнова, людина, яка багато чого досягла у житті і вміє здійснювати своє бажання, має свій спосіб, який називається «пляшка долі». Я хочу рассказать вам свой секрет исполнения желаний. Несколько лет назад я побывала в Гонконге и узнала там про одну китайскую традицию. Писать свои желания на листочках бумаги и ложить их в бутылки. Мы с моим другом решили поучаствовать в этом ритуале и написали свое желание. Мы написали, что мы хотим поехать в Париж. И через год мы как раз-таки и поехали в Париж. Это было настолько необычно, что я даже не могла поверить, что это так быстро может сбываться желание. Вот. Так что мой секрет прост. Пишите свое желание на кусочке бумаги, хорошую бутылочку его запаковывайте. А, ну, еще один такой маленький-маленький-маленький мой личный секрет. Желание должно быть от всего сердца. Вы должны очень сильно этого хотеть. И тогда у вас будет 100% гарантия. Это 100% магия. Запишите свое желание на записочке, скрутите, запечатайте в бутылочку из-под сладкого напитка. Там сохранились капли сладости, и ваше желание будет сдобрено сладкими чувствами. И поставьте на видное место. Ходите, ходите, нет-нет, да и гляньте на эту бутылочку. А я знаю, это моя тайна. И вы силой своей мысли осуществите это желание. Супер. Я соглашусь, тут есть некоторая доля магии, но на самом-то деле это 100% нейролингвистическое программирование. Потому что мы пишем свое желание на бумаге, так. Тем самым образом фиксируем его, и человек готов принять ответственность за свое желание. Во-вторых, мы кладем наш листик бумаги, закрываем его крышкой, и на языке психологии мы фиксируем наше желание на подсознание. И в-третьих, мы его отпускаем. Жень, ты почув все.
все. Усі рекомендації, поради, методи зірок. Що тобі сподобалося найбільше і як ти будеш далі вчиняти? Я в совокупності всі ці усілю методи, заведу блокнот, буду прописувати, що я хочу в Грецію, що у мене буде тога, наряди, що я вижу вже прямо в настоящем времени непосредственно. Бутилочка у мене буде стояти на видному місці. 2020, 2020, все як положено, виходить. На психологічному рівні теж буду працювати над собою.